Всем привет, друзья! Прилетела ко мне вот такая интересная посылка с Великобритании. Royal Mail почта. Здесь Air Mail воздушным транспортом прилетела. Где-то вышло по времени 2 недели всего, очень быстро. Здесь игра для PlayStation 4. Называется сама игра Shanty Half Genie Hero Ultimate Edition, коллекционное издание. Первый диск для PlayStation 4 вот решил вот купить для того, чтобы потом поиграть. PlayStation 4 пока дешевеет со временем, еще дешевле станет. И жду, когда выйдет PlayStation 5 с обратной совместимостью. Воспользуюсь этой игрой, этим диском. Все это она в силдовой упаковке должна быть. Посмотрим. Здесь вот видим, это Почта России, вот так вот все помято немножко, не знаю, как внутри это все, не помялось ли там, как бы, эта коробка, углы. Первый опыт заказ в Великобритании. Вся эта вот посылка и игра вышла мне в 1353 рубля. Доставка из этой стоимости 360 рублей. Ну, получается, что сама игра выходит 1000 рублей. На Авито продает эту игру всего примерно где-то от 2000, так вот, можно купить, но как бы два раза дороже выходит. Помониторил eBay и вот нашел магазин дешевый диск. Там, может быть, еще какие-то есть дешевые игры. Особо так не смотрел, а искал именно вот Shanty. Я ссылка в описании оставлю для вас, вы зайдете, там, может быть, еще остались эти вот диски, кто захочет купить за такую стоимость. Там еще eBay какие-то скидки предлагает, вот со всеми скидками, и доставка вышла вот 1300 рублей там с копейками. Сейчас распакую эту вот упаковку, посмотрим, в каком состоянии, вот поглядим. Ну что ж, сейчас достану я ножик. Вот он у меня ножик. Аккуратно распакуем. Первый диск, первое вскрытие. Тут вот пупырка, в принципе. Так, аккуратненько все это распакуем. Вот так. Решил заказать, попробовать. Тоже придет. Ну, диск сам главный пришел. Это уже радует, что магазин как бы не обманул. Так. Здесь вот пупырка. Ну, в принципе, пупырка. Вау. Все в целости. Здесь вот чуть-чуть прям вот каплюшку вот. Уголок тут замялся, но ничего страшного. А так вот, вот все углы такие. Ну, а сама коробочка такая, можно сказать, прочненькая. Вот все углы целые, можно сказать, прям вот здоровски. За 1300 рублей PlayStation 4, игра Shanty, коллекционное издание. Там внутри, я как смотрел по видео обзорам на распаковке у иностранных ютуберов, там есть саундтрек, еще артбук, диск и вроде все. На русском языке, я так понимаю, этой игры самой нету, она только на английском. В принципе, если она на английском, то и на русском ты зачем покупать, вот, если ее нет. Распаковывать, конечно, я ее не хочу до того времени, когда появится приставка, только тогда я ее распакую. Вся она вот в силдовой пленке, то есть не распакована, жалко пока распаковывать. Вот, и как только появится приставка, я ее распакую. Ну, в этом видео я просто хочу поделиться своим опытом заказа. Какой же вот диск, за какую стоимость пришел из Великобритании. Ну, я покажу сейчас вот здесь вот, как выглядит с обратной стороны. В принципе, игра. Ну, ставлю какие-нибудь скриншоты и геймплей для этой игры, посмотрите. We'll be right back.
если выйдет вообще PlayStation 5 с обратной совместимостью, то это вообще будет круто. Считай, это самый первый диск, который я купил для PlayStation 4. Войдет в мою историю, в мою жизнь. Если игра сама на английском языке, а нет на русском, то лучше заказывайте, наверное, на eBay. Там и дешевле, чем в России. То здесь у нас, если покупать, то, наверное, еще возьмут там продавцы. Еще за доставку возьмут, то есть выйдет, можно сказать, в два раза дороже, если не в три. Ну вот, друзья, на этом все. Поделился с вами опытом заказа вот этой игры. Может быть, кто-то захочет заказать, кому-то какая-то информация, может быть, поможет в дальнейшем. Ну и скажу, что это очень дешево вышло. Дошла, в принципе, нормально. Упаковка тоже такая, ну, нормальная. Я очень доволен покупкой. Поставлю пока на полку, пускай стоит до покупки PlayStation 4 или PlayStation 5. Как только она появится, я распакую, сделаю видос, расскажу вам свое мнение об этой игре, когда ее пройду. Ну, на этом все. Поставьте лайк, напишите вопросы, если есть, и всем пока!